Единение народов отмечают сегодня Беларусь и Россия. 23 года назад, 2 апреля, президентами двух стран был подписан договор об образовании сообщества России и Беларуси, положивший начало созданию союзного государства. Сегодня страны-соседки взаимодействуют по разным направлениям. В честь праздника в них проходят торжественные мероприятия. По случаю Дня единения народов Беларуси и России в Лидском дворце культуры сегодня состоялась тематическая программа, все номера которой подчеркивали, что у двух народов общая история и общая культура. Народы Беларуси и России, они очень близки с давних времен, то есть их жизнь перекликается в различных сферах, как в экономической, политической. Также у нас общая история, общие традиции какие-то есть и общие, конечно, и победы. Сегодня в нашей программе выступают творческие коллективы Дворца культуры, а также Лидской детской школы искусств. В программе также примет участие оркестр народных инструментов Лидской детской музыкальной школы искусств. В программе будут звучать номера как танцевальные, так и вокальные, отражающие специфику и традиции белорусского народа, то есть это белорусские номера, а также номера, отражающие историю и национальность России.